Начинаем обзор в отеле Holiday, город Владивосток. У нас двухместный номер с двуспальной кроватью и видом на море. Широкая двуспальная кровать с жестким матрасом. Такое вот изголовье из кожи зама с одной тумбочкой. На стене такое панно, фотообои. Освещение потолочное, точки. Есть стол и один стул. Напоминаю, номер двухместный. Вот такой вот чайник китайского производства и две кружечки. Вот, собственно, и все. На стене напротив телевизор с плоским экраном. И вот такой вот шкаф. Открытый. С вешалками. Есть два одеяла и двое тапочек. Номер заявлен с видом на море. Ну, если, конечно, присмотреться вдаль, может быть, где-то кусочек его и можно будет увидеть. Но в основном этот номер конкретно выходит на крышу козырька, вот, пристройки к этому зданию. Номер находится на втором этаже. В принципе, вся гостиница занимает второй этаж. Из штор, как вы видите, только вот такие плотные шторы, тюли никакой нет. Пойдемте покажу вам санузел. Санузел средних размеров, унитаз, набор полотенец. Что-то гудит, я так предполагаю, шланг идет к душевой кабине, значит, это такой бойлер. Вот душ-кабина с гибким и тропическим душем. Пока непонятно, как она, конечно, работает. И раковина с зеркалом. Из принадлежностей дополнительных есть зубные щетки, мыло, гель для душа и шампунь. За данный номер в сутки мы заплатили 4 800. Это без завтраков. Завтраки, к сожалению, на данный момент они не предоставляют. Снимаем для вас еще один номер в отеле Holiday Владивосток. Мы сняли два номера. Один с двуспальной кроватью, а этот с двумя раздельными. Он, если честно, понаполненней. Здесь есть маленький холодильник, есть вентилятор. Кондиционера, кстати, в нашем номере нет. Здесь есть хотя бы вентилятор. Также вот здесь шкаф, тапочки, вешалки, стол с чайником и два стула, что уже неплохо. Описываю для вас еще способ настройки телевидения. Здесь вот такой вот пульт, на нем всего несколько кнопок. Вначале включаем, ну, стандартно красной кнопкой. Телевизор начинает загрузку. Очень долго. А чтобы настроить телевизор, мы приглашали человека с ресепшена. Потом на второй день нам уже показали, как это сделать самостоятельно. Очень долго грузится. Вот, после включения начинается вот такой экран. Далее на пульте мы ищем вот эту кнопку. Здесь такой изображен домик. Два раза кликаем. И получается у нас вот круглым диском вправо выбираем Пирс ТВ и на среднюю кнопку, на серединку кругленькую. Ну вот, начинаются уже каналы. Чтобы их переключить, нужно нажать вот здесь справа кнопка такая, три полосочки. Получается список всех каналов высвечивается. И вот круглым диском опять вниз мотаем и на кружочек посередине нажимаем
следующий канал. Вот такая сложная система управления и настройки. Каждый раз, когда вы будете выключать телевизор, при включении все настройки эти будут сбиваться, и надо будет это все сделать сначала. Ну что, прожив в данной гостинице 2 суток, можем сделать выводы, что нам понравилось, что нет. Ну, конечно же, минусов будет гораздо больше, чем плюсов. Из плюсов, наверное, только расположение данного отеля неподалеку от центральной улицы и от ЖД вокзала в пешей доступности. И то, что здесь, в принципе, неплохой услужливый персонал. Из минусов, что мы заметили в данном отеле? Ну, это, конечно же, слышимость ужасная из соседних номеров, из коридора и также из заведения, которое находится на первом этаже. Вчера была пятница, по-видимому, заведение работало допоздна, и, как бы, в принципе, вся ночь у меня прошла под звуки караоке. Это, конечно, не очень приятно. Также я уже говорила в обзоре, что номер недостаточно наполнен. У нас не было кондиционера, не было вентилятора, как в номере у мам. Когда я обратилась на ресепшн, мне просто вытащили из другого номера вентилятор и вручили его мне. Ну, как бы, я так понимаю, что следующие жильцы остались без вентилятора. И, соответственно, отель не располагает достаточным оборудованием для комфортного пребывания своих гостей. Недостатки по сантехнике. Ну, опять же, это сугубо мое личное мнение. Может быть, мне это неприятно, мне этого недостаточно, а кто-то скажет, вполне нормальный отель. Говорю только за себя, данный отель для проживания я не рекомендую, и сама в нем второй раз не остановилась бы. Спасибо за просмотр, до скорых встреч!